день благоприятен для людей, родившихся в годы лошади и собаки. Хорошо в этот день заниматься практикой сосредоточения и начитывания мантр, встретиться с любимым человеком, собирать друзей, проводить обряд жаптуй, переправляться через реку, а также проводить похороны и поминки. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Стрижка волос к сплетням и ссорам, отправляться в дорогу, к несчастью.